А еще самолет обладает прекрасным свойством в кратчайшее время занять выгодную позицию для атаки, быстрого вывода истребителей из-под огня противника и занятия выгодного исходного положения для последующей атаки условного или реального противника. Шеф-пилот РСК МиГ, герой России, заслуженный летчик-испытатель, получивший героя несколько месяцев назад, президент России Владимира Путина Михаил Беляев и летчик-испытатель Дмитрий Селиванов. Вот так наворачивает самолет на посадочный курс.